полгода в Мирном проходит акция «Добра». Каждый может помочь материально нуждающимся в срочном лечении. Так в рамках акции проводят прием детей-инвалидов. Продолжит Злата Курбанова. У маленького Славы перинатальное поражение центральной нервной системы. Ситуация сложная, но, к счастью, поправимая. Мальчику может стать лучше, но для этого требуется лечение. Осенью были просто на консультации, на лечение не успели. Сейчас вот собрались, решили полечиться. В финансовом плане тяжело было. На помощь пришли представители сообщества «МАМ», «Алмазная улыбка». Они дали надежду на спасение маленькому Славе. Организовали акцию «Добра». Неравнодушные люди, работники различных предприятий и организаций Мирного, предприниматели и волонтеры поддержали это важное начинание. Мы поставили ящики с разрешения социального отдела администрации района, поставили ящики по магазинам, и предприниматели нам помогли. За полгода перечислили гигантскую сумму – более миллиона рублей. Инициативные мамы пригласили врачей клиники Мельникова из Москвы. Собранных денег хватило не только на лечение для Славы, но и на помощь другим малышам. Десятки мальчиков и девочек, чьи родители уже, казалось, потеряли надежду, получили шанс на выздоровление от отзывчивых людей. Мы здесь уже второй раз. Родители, так как увидели положительную динамику, поэтому пригласили нас повторно. Вот. Родители очень довольны, у детишек есть хорошая положительная динамика. Родители надеются, что со временем в Мирном смогут открыть реабилитационный центр, где многим детям окажут нужную помощь. Злата Курбанова, Тимур Шерыжик, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».